Оксана Шевчук, тренер з розвитку інтелекту, керівник інтелект-клубу, автор унікальної системи розвитку особистості, володіє цінною інформацією, як покращити себе і своє життя. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Я переконана, що завжди буде цікаво і практично. Сьогодні, отож, нашим телеглядачам варто повторювати за нами. Чому ми навчимося сьогодні? Доброе утро. Да, сегодня мы немножечко потренируем нашу креативность. Креативность – это такое качество, которое позволяет использовать нам наше воображение в своих целях, да, в обычной практической жизни. И самое главное, что это очень важный навык, потому что он помогает использовать, вернее, вот те ситуации, которые возникают, да, их преобразовывать в возможности. И сейчас мы с вами убедимся в этом, да, на таких вот маленьких практических упражнениях мы посмотрим, что это действительно так. Но для начала мы немножечко разомнем свой мозг, и я бы хотела нашим телезрителям предложить такое упражнение. Вот сейчас понедельник, все собираются на работу, да, и я уверена, что каждый такой немножечко, да, такой вот напряжен, стремится, да, там ничего не успеть, не, вернее, не забыть. Ничего не забыть, не опоздать. И поэтому, да, вот для того, чтобы изменить эту ситуацию, давайте заменим немножечко, да, вот на обратную, на противоположную. То есть, если вы должны что-то сделать, я должен не успеть, да, давайте поменяем на противоположную. Как это можно сделать? Я маю це зробити, я маю встигнути. Я хочу. Да, давайте заменим вот это состояние, что я должен, на я хочу, да, мне это нравится. Я с удовольствием приду на работу вовремя, да, и состояние сразу внутреннее меняется. Ну вот, например, да, я должна сделать уборку. Как поменять? Я хочу зробити. Я хочу сделать, да. Якщо є бажання, то вдасться, так? І совсем получается по-другому. Или вот такая ситуация, например, я должен написать этот, или там я должна написать этот пост в Фейсбуке с благодарностью своим подписчикам, например, да, о том, что вот они сегодня слушали. Как мы это сделаем, наоборот? Я хочу, я напишу. Так, да, там, я с удовольствием это сделаю. Да? То есть вот поменяв внутреннее состояние, мы поменяем уже, да, и разные ситуации. Еще один такой вот момент, который позволяет нам ум направить в другое направление, это посмотреть на ситуацию как-то вот по-другому. Вот так, как она, например, нет. Ну, давайте потренируемся. Сделаем упражнение «А что если?». Например, а что если бы небо было темное? Вмикали б світло. А если б не было світло? Милувалися, тому що кольорам, які були в темноті. Вот, да, как интересно. Как бы эволюционировало человечество, как бы оно жило, как бы оно вот все, небо темное, нет солнца. Ну, знайшли б вихід. Наші вчені доволі розумні. Трава б точно просла і все б росло. Ну, щось би придумали, якісь замінники, може, там симуляції якогось там сонця, якісь там такі. Опять же, да, ми йдемо по стереотипу. Возможно, взагалі би все було по-другому. І не нужно було б сонця. Возможно, би люмінесцентне якесь, да, сіяння було б у той же трави, у дерев'ї. Возможно, було б другое взагалі восприятие света. Ведь є ж животные, которые живут, да, только в темноті. Дивіться, якщо б небо було темне, то так, може, б низ би був би світлої там. Може бути, да, може бути, були б, да, вообще какие-то другие. Может быть, был бы нашим главным органом не зрительный, да, вот потому что мы это видим, а какой-то другой. Мы, может быть, какие-то ультразвуки бы слышали, да, либо еще что-то, да? То есть совсем было бы по-другому. Да? Вот. И поэтому я советую это упражнение использовать для расслабления. Вернее, для перенаправления мыслей в другой ход. Да. И всегда это нам будет полезно. Для этого надо, чтобы вот направить другой ход, да, сесть и позволить себе быть творческим, есть очень хорошее упражнение. Упражнение, которое позволяет нам быть здесь и сейчас. Наверное, много рекомендаций мы всегда, да, слышим сейчас, надо быть здесь и сейчас, быть в этой ситуации, да, потому что мы всегда бежим либо в будущее, либо в прошлом, анализируем, что мы могли сделать по-другому. Ну и опять же, так как у нас практическая сегодня тренировка, я хочу посоветовать, да, сделать одно такое вот упражнение. Очень короткое, простое. Я его делаю, ну, несколько раз в день, и мне оно очень сильно помогает. Для того, чтобы его выполнить, надо закрыть глаза. Да? Закрываем глаза и представим, что у нас внутри тела проходит такая струна. Она может быть любой толщины, она может быть как волос, либо может быть толще. Да? Абсолютно любой. И она вот такая вот, вот от ног и до самой макушки нашей головы. Представьте себе, что есть такой вот, как на гитаре, да, вот такие вот колки, которые подтягивают струну, и вот эта струна, она тоже имеет такой колок, где-то в каком-то районе она есть. И попробуйте мысленно
этот колок подкрутить, да, его можно, можно сделать струну более натянутой, да, если крутить, а можно ее вот расслабить, да, и попробуйте сейчас ее мысленно расслабить, вот прям расслабляя эту струну, состояние становится вот прям максимально, она вообще не натянута, она свободно висит, но она не разрывается, вот она такая свободная, свободная, не натянутая струна. Все, и вот это состояние, когда мы в такой гармоничном, спокойном, оно позволяет вот как раз расслабиться, успокоиться и принять то, что есть. Так. Я думаю, наше дальнейшее... И это треба так повторювати и робити, так? Да, вот чувствуешь в таком напряжении, я беспокоюсь, я волнуюсь о чем-то. Секундочку, хвилиночку сів. Буквально пару секунд внутренне, да, раз увидел струну, подкрутил, все, и вот дальше идешь. Это очень хорошо. То есть на самом деле мы сами управляем собой, не какие-то обстоятельства, ни время, ни начальство. Мы сами внутри себя можем создавать вот это ощущение. А можем мы натягнуть, если можно потребно, натягнуть, если дуже надо собраться. Треба, да? Зібрати, надо собраться зробити. И натягнуть ее не до такой степени, когда я вот-вот прям сорвусь. Ага. Да, вот-вот, когда, знаете, вот бывает так, я уже вот так расслабил, подкрутил так, как надо, я собран, я все могу. Классно. Все. Тобто ми можемо керувати собою, як хочемо, контролювати, керувати, супер. Да, так, все да. Внутри нас. Далі. Так, ну что, вот мы немножечко размялись, мы настроили свое состояние, и давайте теперь все-таки попробуем использовать свой мозг, свою креативность для таких вот ситуаций, как я уже сказала, когда мы преобразуем ситуацию в возможности. Да? Берем такое упражнение, гипотетическая ситуация. Все мы знаем Остапа Бендера, да? Хотя молодежь, вот я сейчас рассказываю студентам иногда, они, да, Остап Бендер, 12 стульев? Кто это, да? Ну, давайте тогда объясним все-таки, кто это? Это человек, который очень находчивый, да, он всегда был на позитиве. И литературный герой, кстати, это, да, не знаю, был ли он на самом деле. Ильфа Петров написал книгу «12 стульев», и вот главный герой этой книги Остап Бендер, который всегда творчески находил выходы из любых ситуаций. Это был, наверное, такой вот самый находчивый человек, который может служить примером. Вот представляю, что вы, Остап Бендер, едете в поезде, на какой-то станции вам случайно пришлось выйти, поезд уехал, и вы стоите на остановке, без денег, без документов, без телефона, сейчас усложняем, да, ситуацию, незнакомый город, и билет стоит $100 до ближайшей станции, и вам надо как-то уехать срочно. Что вы будете делать? Пам'ятаєте, що мої струни розслаблені зараз. Ну, що я буду робити? Шукати людей, просити в них допомоги, пояснювати ситуацію і, сподіваюся, телефонувати мамі, там близьким, коханим. Я попрошу телефон, телефона, тому да? що я пам'ятаю всі номери. Ну, думаю, я виправдую ситуацію. Прийде якийсь поїзд, потяг наступний, попрошусь поїхати, доїхати до наступної станції. Може, мені там допоможуть. Ну, да, это логическая такая вот так, ситуация. Ну, а если мы попробуем не логично, то творчески подойти? Ну, піду погуляю місто. Погуляю місто, так, очень подивлюся, хорошо. Тому що коли я ще тут буду, подивлюся, познайомлюсь з найближчими територіями. Попрошу, піду кави, може хтось нальє, ну, щоб сили були, щоб бадьорою бути. Ну, а далі вже буду думати, що робити. Да, да, то есть из любой ситуации всегда можно найти из минуса плюс, если проанализировать, отлично. Что за город, я могу с ним познакомиться, да, возможно, места, объединить людей, да, да, можно как-то, да. Вот сейчас, конечно, это очень хорошо, потому что мы более открыты, больше привыкли общаться, да, потому что время изменилось, и тем не менее, мало кто это использует, да. Особенно в таких вот ситуациях, когда я один. Но дело, когда я рядом со своими друзьями, я более расслабленный, да, я в своем коллективе. Когда я оказываюсь один, вот стоит опять же, да, вот с этой струной понять, что все хорошо, я сам управляю, прочувствовать это внутренне. И дальше найти, накидать вот, знаете, накинуть как... свиту, правда? Да, да, знаете, есть такая фраза ВДВ. Всегда 200 вариантов, да, вот ВДВ. Класс, я запишу. Да, и не случайно ВДВ, оно, ну, вот такой вот имеет... как бы, да, на слуху в армии. Вот ВДВ, это ВДВ войска. На самом деле это пошло от руководителя, который так говорил, расшифровывал ВДВ, всегда 200 вариантов, вы всегда найдете выход. И это надо помнить, да, вот всегда в своей голове держать. Я всегда найду выход и прям взять и накидать эти 200 вариантов. Забыть о том, что ответ правильный один, да, вот как у нас, и он в конце учебника. Вернуться, сказать, что я творческий, я креативный, эта ситуация меня научит чему-то, да, и в следующий раз это будет, да,
приключений. Супер. Да. Головне, не треба боятися, так? Не вообще, треба. Да. Тим більше, от, ну, таки, про цей потяг, станцію, я б не познайомилася б з людьми, угу. не розповіла їм свою історію, не дізналася їх імена. Може, ще потім приїду вже до них, як до друзів. Тобто, з усього шукаємо позитив. 100%. Так, у нас ще будуть якісь вправи на сьогодні? Чи Якщо у нас время, я просто знаю, що я завжди як-то стараюсь ну, бути більш такой, да? Так. Поменьше. Так. Ну, давайте підрезумуємо. Да, от, чому ми навчили сьогодні наших глядачів? Змінювати маю на хочу, завжди бути креативними, нічого не боятися, бути творчими. Да. Ну, і бути здесь і зараз. Да, бути здесь і зараз, для цього остановити свій мозг, да, не біжати, ум навіть, да, не біжати вперед, не слідити назад, повернутися сюди, що у мене здесь зараз хорошого. І побачити вокруг себе небо, да, каких-то людей і ті можливості, які, можливо, пролітають мимо нас постійно. Так. Дякую вам. От мені ще сподобався ваш меседж, що не треба шукати відповіді наприкінці підручника. Треба мислити, тим більше це ну, останнім часом доволі так подобається всім. І керівництву, коли ми якось творчо підходимо до тієї чи іншої справи. Я вам щиро дякую, такий гарний заряд. Зранку, з понеділка мені сподобалася Оксана Шевчук, тренер з розвитку інтелекту, була в нас в гостях. Ми чекаємо на вас ще, тому що дійсно заряджає. От ви вмієте такими своїми справами зарядити на день.